Ну что, друзья, всем привет. Я очень надеюсь, что я успею завершить свой проект. Я реально сейчас очень сильно переживаю. Это как ходить по лезвию ножа. Поэтому, ну блин, мне каждый видос записывать страшно. Я прям не знаю. Ребята, я вас реально очень прошу, если вдруг хотите смотреть видосы все так же ежедневно и все, чтобы было, если вдруг что, не дай бог, случится, в описании будет ссылка на запасной канал. Кто не в курсе, у меня на этом канале висит 2 страйка за авторское право, еще одно и блокировка нафиг. Поэтому, если вдруг что, ссылка на запасной канал в описании. И, ну, блин, ну, вот кто реально постоянно смотрит, подписывайтесь. Если что, будут там видосы выходить. То есть, для вас это как бы без разницы. Это для меня уже будет, да, это немножко проблема в плане... Ну, это не важно. А, вот, а для вас как бы разницы не будет, на каком канале смотреть. Поэтому, если не трудно, подписывайтесь. Потный путь, друзья. Я сейчас получу новую легендарку. У меня уже 2 есть. В конце хочу этот аккаунт подарить вам. Сейчас, как и обещал, я заберу Леона. И также, помимо Леона, я еще немножечко открою сундуков, куплю еще новую пассивку. Короче, сейчас я вам все расскажу. И, ребят, я сегодня 100% проведу стрим. Вчера у меня не получилось, а сегодня я вам прямо 1000% гарантирую, что будет сегодня стрим. Поэтому на этом канале, да, приходите, обязательно нажимайте на колокольчик. Сегодня надо прапать потный путь прям жестко, потому что я планирую буквально там до выходных уже этот проект, возможно, закончить. Все, ребят, усаживайтесь поудобнее, поддержите лайком. Подписывайтесь, пока еще можно подписываться. И рекламная пауза. Ну, друзья, я купил немножко гемов. Хочется мне немножко пооткрывать сундуков. Но для начала я, как и обещал, я сделаю будущему владельцу этого аккаунта. Аккаунт, собственно говоря, хорошо прокачан со всеми легами, короче, ну и прочее. И покупаю за гемы Леончика, друзья. Чпоньк, 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 ебеньк, ебеньк. Так, смотрите, у нас теперь получается... Блин, как вот это легу повыше поднять? Я хочу, чтобы 3 леги было вверху. Ну, круто. Осталось Сэнди, друзья. Осталось Сэнди и все. И Эмс. Ну, Эмс я за 8к сам должен поднять. Также я покупаю 330 очков и трачу их на Динамайка, друзья. Обалдеть просто. Вот это куш. Шикарно. Давайте прокачаем. Смотрите, мы можем прокачать Динамайка. Мы можем прокачать Джесси. И нам получается, чтобы сделать фуловых персов, которыми я играю, это всего лишь 3 персонажа. Это Бо, Тик и Бит. Очень нужен Бит, очень. И поэтому я сейчас задонатил немножко гемов. Возможно, еще докачаю сейчас Бита. Потому что у Бита самая топовая пассивка на данный момент из этих всех персов на мое имхо. Вот, не знаю, как вы считаете. Так, погнали, откроем еще мега ящик. Так, Пэм, Спайк, Биби, Тара... Вообще ни одного персонажа с сундука, да вы что, рофлите? Кстати, я чего не проверил, а когда покупаешь легу, шанс на нее падает? Кстати, шанс хороший, шанс очень хороший. Ну давайте, я надеюсь, что бит выпадет, мне всего лишь бит нужен, все, вот кто там остался? Бо? Пофиг. Не, хотя на Бо реально пассивка крутая есть, вот эта, которая станет. Тик? Плевать, тик, 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 плевать, реально. Кстати, есть пассивка 4 ракеты на... Брока, в принципе, она неплохая, но я бы не сказал, что она на, ну, на 169 гемов лучше, чем вот это. Ну, мне реально 169 гемов жалко. Если появится за золото, куплю, за гемы жалко. Горящие ракеты тоже пойдет. Блин, ну камон. Поэтому я пока не хочу покупать. Я вот этот на бита купил бы 100%. Ладно, давайте, мне надо бита тупо поднять. Оу, щит! Да, Ребзи, все просто от души. Не, ну круто, все, вот это мы приподняли аккаунт. Я в шоке, ребятки, чекайте. Давайте по уровню силы. Ля, просто посмотри. Я, это случилось, ребятки, это случилось. Я тупо ищу самую топовую пассивку, блин, в игре сейчас. Блин, ну как же я хочу ее теперь получить, вы не представляете. Давайте возьму бит. А, нет, стоп, на бите пока играть не могу. Это принципиально. 269 гемов, давайте откроем. Че нет? Почему? Че, кто сказал нет? Оп, давайте откроем. А вдруг выпадет пассивка? Ну я реально с ума сойду. Это будет лучшее, что произошло со мной за последний день. Так, ладно. Давай, давай. Ну хотя бы, не знаю, пассивочку. Кто там? Мы Динамайка прокачали, тоже пойдет. Так. Не, походу пассивки не видать нам, но я все равно гемы потрачу все до конца. Правда, $20 слил, но ничего. Так, сколько получается? Последний бокс. Последний бокс. И
увы и ах. Ладно, ждем пассивку в магазине. Надеюсь, она появится в ближайшее время. Ну что, друзья, это уже реально заряженный аккаунт. Так, больше всего трофеев. Блин, ну погнали в бой. Что у нас тут? Новое событие. Сегодня буду, наверное, в Brawl Ball играть. Приходите. Не знаю, стопроб. Ну, вряд ли он смотрит ролик, но я думаю, позову стопроба. Еще кого-то. Будем играть в футбольчик сегодня. Сто пудов. Не знаю, какая будет следующая карта в ШД. Я начну сегодня стрим пораньше, однозначно. Потому что, ну, я вот сейчас сидел, играл, и меня так немножко вырубает. Я не хочу слишком поздно, но как получится. А чё так долго подбирает соперников? Кстати, да, на броке сейчас очень тяжело у меня идет катки. Постоянно четвертое место занимаю. Ну давайте одну катку сыграем, чтобы долго не был подбор. Офигеть, что за фигня? Один. А, я думал заглючил. Чтобы не был долгий подбор, сейчас эту катку на броке откатаю. Возьму кого-то поменьше кубки. Но я на броке именно сейчас хочу реально покатать. Вот из всех дальников что-то на броке прикалывает играть. Не знаю. Ну, блин. Ну, именно из тех, которые у меня есть. Таля, ну что такое? Ну, давайте уже. Ну, задолбали. Все, поехали. ШДшники, готовьтесь. Холдик с пассивками врывается. Такс, поехали. Короче, ребят, получается, только Шелли я апнул на 900 кубков. Так смело, бодро. Кстати, я до сих пор в топ-1 СНГ. До сих пор, вот прям на сегодняшний день я в топе. Топ-1. Давай, 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 давай. Я знаю, что ты хочешь сделать. Ёпта. Так, ну ладно, забрал. Ну, потому что вот этот петух. Ну ты сипни, ворон. Я бы Леона. Да-да-да, затимится, затимится. Так. 10 бойцов еще. Ладно. Так, о чем я говорил? Сбился. А, получается, только Шелли я апнул на 900. И все, и пока что для меня 700 предел. Я не знаю, как мне апать всех персов на 800, но я думаю, что это будет футбол. Я думаю, что это будет футбол, и с хорошими игроками я буду стараться, обещаю. Поэтому, друзья, мне надо срочно этот проект в ближайшие дни закончить, потому что мне скоро уезжать, ненадолго, ну, все равно уезжать надо будет там на денек, на два максимум. Тоже выпадет день-два, потом вернусь, тоже не факт, что получится задротить, там... Перед 20-ми числами куча-куча всего, там сколько у меня событий произойдет. Это просто трэш. Но это все будет на влоговом канале. Также скоро Новый год, я уезжаю к родственникам. Ну такое, короче, много суеты. Все дела. Ну вот смотрите, видите, я говорил, что я постоянно четвертым умираю. Вот походу сейчас опять та же самая ситуация. Ну, где он сидит? Мне страшно. Когда уже кто-то сдохнет? Давайте попробуем вот так вот ворваться. Ну, четвертым сдох, это карма. Я, вы скажете, зря пошел на Шелли. Ну, там Леон сидел, тоже караулил. Я думаю, что, ну, попытка не пытка, как говорится. Понятное дело, я мог и не рисковать, но нормально. Окей, давайте возьмем кого-нибудь другого. Допустим, Ниту я не уверен, а вот Бо давайте попробуем. Я и в Бо не уверен, если на то пошло. Давайте бокс откроем. Так, есть. Ну, поехали, поехали. Так, сейчас буду всех поднимать на 750 сегодня. Вот, потом буду добивать на 800. И на десерт у нас будет бит. Я вот пока на бита не выбью вторую пассивку, я не начну на нем играть. Это мой любимый перс сейчас. Ну, я реально на нем просто рекорд ставил на основе. Тоже 900 кубков. Цыть. А еще я снимал видос на аккаунте бита 1900 трофеев. Блин, я не устану это повторять. Но, блин, меня это до сих пор удивляет. 1900 кубков на одном персонаже. Какая-то, я не знаю, из мира фантастики это что-то. Так. А что, сложно затимимся? Все, тимимся, да? Тимимся? Так, давай затимимся. Бо, я тоже как бы... Бо! Ну, чё мы не хочем, чё мы не можем затимиться с тобой? Ведь всё ведь в порядке. Не крысь меня, не крысь. Так. Хорошо, мы затимились, вроде не стреляет. Хорошо. Блять. Ну, серьезно? Ты типа ульты набиваешь? Ну, давай, окей. Не, стоп, Шелли. Так. Есть. Все, ульта есть. Не закрысить меня, самое главное. Не закрысить. Промазал. Давай. Все.
аккуратно. Блин, что так сложно? Алло, 9 бойцов, все затимились. Что-то так страшно, никто никого не убивает. Да. Друзья мои. Блин, он хочет ульту добить. Ай, больно. Все, надеюсь, крысить не будешь. Ну, но чувствую, что может. Может, если захочет. Типа, почему нет? О, есть. Так, пойду заберу баночку. Так. Что, заминировать или не тратить ульту? У меня такая ульта, блин, если честно. Ну, может, сразу и не убить. А, давайте попробуем, я не знаю, давайте кинем туда ульту. Там, правда, никого сейчас не будет. А, ля, он попался. Так. Ёп. Меня закрысят, интересно, или нет? Ля, падла, ну тварь. Вот Бой и Дэрил держались, да, вот держались в плане совести, типа, ну не будем крысить. А эта курва закрысила. Я попал на мины. От беда. Я не видел, что Бо кинул мины, реально. Ну погнали, сейчас еще одну каточку. Блин, конченая ШД. Ну реально конченая. Я надеюсь, что сегодня мы знатно покатаем в 3 на 3. Я очень надеюсь. Приходите, ребят, на стрим сегодня. Кто со мной, может, раньше катал, апал 20 тысяч, когда я просто не всех знаю, не всех запомнил игроков. Вот, кто со мной, может, 20 тысяч апал, тоже приходите, если кого-то не будет там в 3 на 3, составите мне компанию. Вот, но я думаю, что не проблема будет найти команду. Ну, просто надо такая команда профессиональных футболистов, вот прям. Просто, если ты в душе Дрогба, я жду тебя сегодня на стриме. Так, хорошо. Отлично. Я буду прикрывать, добиваю. А, вот он, собака. Так. Кольт. Привет, Кольт, привет. Я думаю, ты не... Да ну нах, ну, блядь, ну бесит, а, сука, блядь. Бесит. Минус 7. Пропало настроение снова. Я думал, хоть катки отвлекать будут, сука. Какая-то параш получается. Ладно, тихо, собрался. Все нормально. Сейчас пиздохаем всех. Тихо. Нет. Я еще ни с кем не затимился, уже в центре. Так. Нух ты воробей. Ухи воробей. Так. Опчик. Things. Ну, в принципе, главное ульту сейчас набить. Хотя, что моя ульта без пассивки? Если бы она хотя бы станила или откидывала, или... А, не, стоп. Первая пассивка просто в кустах видит. Она мне ничего не дает, пассивка. Оу. Тихо. Блин. Он может на меня прыгнуть и убить меня. Я так не хочу. Я так не играю. Так. Че, ты реально подходишь ко мне, что ли? Так. Подходи, че ты? Не бойся, друг. Тара, давай затимимся по-братски. У тебя 6 банок, я вообще был бы рад под твоим крылом находиться. Блин, 6 бойцов, дайте мне катку выиграть хотя бы. Ля, 6 бойцов, и тупо я как-то сейчас... Ну, блядь, ну ты... Тупо сдохни, мразь. В игре. В жизни здоровья тебе желаю, мудозвон. Погнали, я пока катку не выиграю, я не закончу бой. Ага, ролик. Сука. Крыса. Ну, крыса, ШД. Как вы можете охарактеризовать ШД? Говно, кал. Как еще? Это не одно и то же. Говно и кал. А, типа, слова синонимы. Говно, кал, ШД. Шутка. Извините, у меня настроение просто херовое. И, бля, я шатал рот ШДшников. Сука, бесит, бля. Ну, вы посмотрите на все моих 3 поражения. Шелли добила, сука, когда я в тиме был, да? А потом... А как первое было, я уже не помню. На Бо. Блин, не могу вспомнить первое поражение. Ладно.
Потом Мортис тоже вроде как затимились, да? Но под Люка подошел все равно. Я просто не понимаю, где все остальные в этот момент были. Ну почему Мортиса никто не бил? Так. Я понял, я знаю, что мне лучше не лезть к Дэрилу. В смысле, они затимились, да? Рыли? Ну давай, добивай его уже. Не хочет, ну ладно. Ля, вдвоем против меня? Ну, бля, мрази, просто, ну, тупо... Ну, я вас ненавижу, а, ну, отвалите. Ну, шеде, тупо шеде. Так, главное, себя, не крысят друг друга, а у меня крысят постоянно. Как так работает это? Ля, тупо эти двое за мной бегают. Пэм, мы затемились, нет? Так, где остальные? Вот я вижу три человека, где остальные все бродят? Наконец-то ты сдох, петух. А этот мстить пришел мне. Пидор! Ненавижу. Но это хотя бы плюс кубок. Фу, блин. Вообще настроения нет. Вообще нет. Ладно, встретимся на стриме. Надеюсь, там будет настроение. Конченая шедепомойка. Футболисты, я жду вас сегодня на стриме. Я буду играть 3 на 3. Yeah.